Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я приехала, хочу вам показать один гостевой дом, который весь в цветах, очень красивая зеленая территория, очень дешевые номера и уютный отдых. Блин, тут так потрясающе, у вас тут как своя какая-то вселенная. Мы находимся сейчас по адресу улица Одесская. В первую очередь я покажу вам дом, территорию дома, цветы вот эти красивые, беседки, мангальную зону. Потом обязательно пойдем на море, я вам покажу пляж, на котором вы будете. Пошли на территорию нашего гостевого дома. В первую очередь я вам покажу номера, которые находятся на улице во дворе. Потом обязательно пройдем в дом, я покажу вам номера в доме. Получается, с левой стороны у нас в доме три двухместные места. Можно поставить дополнительно еще одно место. Они, получается, идут все с санузлами. Две односпальные кровати. В принципе, можно по желанию их сдвинуть. Будет двушка, шкаф. Тут можно дополнительно поставить место. Евро-раскладную кровать. Кондиционер есть. Телевизор, Wi-Fi. Красивые какие стульчики. И самое, что приятно... Тут есть санузел конкретно под один номер. Остальные номера, я думаю, показывать смысла нет. Они точно такие же, как этот номер. Сейчас я вам покажу кухню и зону беседки конкретно на эти три номера. Получается, здесь можно посушить свои вещи. И вот у нас пошла беседка. Беседка идет как раз вот на этот маленький домик. Тут у вас своя беседка, зона принятия пищи и своя кухня. Тут можно приготовить, покушать, погреть, я не знаю, нарезать, попить чай. Я думаю, все прекрасно знают, что такое кухня. Вот как раз-таки это сейчас есть то место. Вот Wi-Fi видно, уже есть логин, пароль. Холодильник имеется также для еды какой-то или для охлаждения спиртных напитков. Так, теперь я хочу вам показать экономы. Мы идем сейчас в зону экономов. Опять же, тут получается два эконома. С одной, с левой стороны и с правой стороны. Они без душевых. То есть получается две двухспальные кровати, кондиционер и шкаф. Вот такой вот. Это один номер. И второй номер идет уже двухспальная кровать и односпальная кровать. Также кондиционер и точно такой же шкаф. И на эти два номера идет санузел. Санузел идет один на два номера. Две душевые находятся как раз-таки вот. Зона принятия душа будет на эти экономы. И... здесь мы, по-моему, да, здесь я вам не показывала еще. Тут получается то же самое. Тут двушечка и тут двушечка с одним санузлом. Все очень чистенько. Запах дерева такой приятный. Здесь получается ваша уже зона принятия пищи на экономы относящиеся. Свой холодильник и своя кухня. Вот она, кухня. Но сейчас я пойду дальше, обязательно вам покажу. Вот у нас идут две душевые на экономы. Экономы у нас получается здесь два эконома. И в следующем проеме также три эконома уже будет. И вот эта кухня относится уже, получается, на 5 экономов. Нет, если тут по 2, значит 4 эконома. Там получается 1, 2, 3, 4, и там 4 эконома. На 8 экономов получается одна кухня, но зона принятия пищи и зона беседки у вас будет уже разная. Вот опять же, зона принятия пищи, вечерний досуг, это будет как раз-таки на эти номера только лишь. Холодильник имеется. Вот у нас есть стандарты, совершенно новенькие. Получается 4-местные, 4 одноместные кровати, шкаф такой же, как в других экономов, кондиционер, конечно же, и санузел, зоны принятия душа. Все очень чисто, все очень новенькое, даже шторочкой смотрю, прям очень новенькое. Молодцы, здорово сделали. Так, следующий номер у нас получается такой же, только зеркальный, да. Также 4 односпальные кровати, шкаф, кондиционер. Я показывать их не буду. Сейчас покажу зону дома. То есть там есть два номера, которые находятся
на втором этаже этого замечательного дома. На первом этаже живут собственники. И также беседка уже идет своя. То есть на два номера одна беседка, своя кухня. Вам не кажется, что это шикарно? Да, холодильник, диванчик, ну, я думаю, что все понятно, ничего объяснять дополнительно не нужно. Есть подсветка вечерняя, можно спокойно готовить, кушать, жарить шашлычок, включить тихонечко музыку и наслаждаться просто отдыхом. А сейчас мы обязательно пойдем в дом, потом я покажу море, и потом я покажу дорогу к морю, пойдем на пляж. Сейчас мы зашли в дом, я вам покажу номера. Здесь получается два номера с одним санузлом и ванной. В первую очередь покажу ванну. Все очень чистенько, ванна большая. Прошу заметить, что имеются накопительные емкости, то есть перебоев с водой у вас совершенно никаких не будет. Есть дополнительные раскладные кровати, сушилка, гладильная доска и утюг. Шкаф-купе большой, открывать его не буду, потому что в данный момент пока лежат еще хозяйские вещи. Имеется телевизор, кондиционер, куча разных каналов, Wi-Fi в доме есть. Вот еще отсеки для ваших вещей, то есть все свои вещи вы спокойно можете разместить. Это кресло раскладывается, получается прям односпальная кровать и диван, который раскладывается также на два человека. И второй номер. Второй номер у нас идет уже с балконом. Здесь двухспальная кровать с тумбочками, телевизор, опять же, с огромным количеством каналов, диван, который раскладывается, шкаф, кондиционер. И вот такая терраса, где вы можете проводить вечерний досуг и наслаждаться южным свежим воздухом. Тут даже видно частичку моря. К сожалению, камера не передает. Но все же, я думаю, что вы понимаете, как здесь здорово, как уютно. И поют птички. Так, ну ладно. А сейчас я предлагаю пройти на море. Все цены я оставляю в описании. И обязательно вам покажу пляж. Смотрите, какой он просто классный. Я не знаю, здесь так уютно. Здесь классный спуск в море, буйки для деток. Тут вся просто все, что нужно для отдыха на море конкретно. Есть навесы, где будут шезлонги. Тут, я так понимаю, тоже строят навесы для шезлонгов. Есть домики с шезлонгами. Вон, я смотрю, есть какие-то магазинчики, где можно купить попить, либо купить покушать. Открывается очень красивый пейзаж на толстый мыс, на открытое море. Яхты, всякие воздушные, воздушно-морские развлечения. Все будет видно с этой точки набережной. Мы, получается, в данный момент стоим практически в самом центре бухты и смотрим на открытое море. С правой стороны тонкий мыс, с левой стороны толстый мыс. Приходите сюда, развлекаетесь, в принципе, отдыхаете и никуда больше отсюда не уходите. И, ребят, приезжайте к нам в Геленджик. И я думаю, что вы останетесь очень довольны отдыхом на нашем Черном побережье. Все цены в описании этого дома я оставляю в описании. Заходите, смотрите, если вас все устраивает, обязательно бронируйте. Подписывайся на канал, ставьте лайки и всего хорошего. Пока.